с курением. Ты будешь слушать эту музыку. Расслабляться. И чем больше ты будешь ее слушать, тем больше ты будешь расслабляться. Ты можешь погасить свет, закрыть глаза. Или подождать, пока они сами закроются. Тебе будет удобно лежать на мягкой мебели. И слушать эту музыку. Начнешь расслабляться. Чувствовать, как медленно напряжение твоего тела уходит. Чувствовать, как твои веки закрываются, мышцы лица расслабляются. Шея расслабляется, плечи, руки, запястья, пальцы. Тебе это будет приятно ощущать. Твоя спина начнет медленно расслабляться. Расслабление будет опускаться вниз, по спине, в поясницу, в ноги, пока полностью не почувствуешь себя расслабленным. Станет медленным. Расслабляться все больше и больше. Пока твой организм расслабляется, они о чем-то думают, они где-то летают, они отправляются в самые твои сокровенные уголки. Что они там чувствуют?
красиво и приятно. Возможно, там чистый воздух. Свободу.
тем слабее становится это чувство, которое хочет курить. Тем слабее ты его будешь ощущать в своем животе, в своей груди, в своих мыслях. Твой живот, твое горло.
чувствуешь свежий воздух. Ты хочешь жить. Ты чувствуешь жизнь свободной. Возможно, это тебе нравится. Наслаждайся своими мыслями, где нету курения, табака. Там только чистое и красочное воспоминание. Тебя навсегда покидают мысли про курение. Они навсегда тебя покидают. Мысли про курение тебя навсегда покидают. Ты больше никогда не захочешь курить. Ты больше никогда не захочешь курить. Ты больше никогда не захочешь курить. Ты больше никогда не возьмешь в руки сигарету и не потянешь ее в рот. Тебе будет это противно даже представлять и думать об этом. Ты не будешь тратить на это свои мысли и время. Потому что ты стал свободным и сильным. Наслаждаешься своими новыми мыслями, которые вернулись с того самого прекрасного места. Они только твои мысли. Их и не было там никогда. Возможно, ты забудешь, что когда-то курил. Возможно, ты забудешь, что когда-то курил.
мысли про курение ушли далеко, далеко. И больше никогда не вернутся. В твоей груди будет чувство свободы и уверенности. Сейчас ты, возможно, услышишь разные звуки вокруг. И пока я буду считать от 1 до 10, ты проснешься. Один.